Ну что я хочу сказать, во-первых, еще раз, где там, ну, курсор. Я знаю, что ты где-то здесь, негодяй. Короче, курсорчик я отодвинул на всякий случай вниз, поэтому, по идее, опять не должен быть виден, но окей. Вы его знаете, он любит появляться на моей записи, поэтому надеюсь, что он не появится. Я его постарался отодвинуть в самый, в общем, левый угол. Поэтому, чисто в теории, его здесь не будет. Ладненько, по курсорчику у нас, собственно, все. А мы продолжаем, дорогие друзья. Нас ждет замечательнейшего вида огромная труба и, соответственно, малыш, который нас, надеюсь, кинет к трубе. Малыш, кинь нас к трубе, пожалуйста. Ну ладно, малыш нас не хочет кидать к трубе. Хорошо, пойдем искать свои собственные способы, как это сделать. Кстати, давайте проверим, нет ли, можно ли нам вниз. Нам вниз можно, отлично. Мы проверили, можно ли нам вниз. Проверили, что здесь ничего не ломается. Вообще, мы что-то в последнее время очень много чего проверяем. Что бы мне еще проверить в Darksiders? Блин, какой он огромный. Ну, серьезно, похоже вот реально на Тени Колоссов. Офигеннейшая игра, серьезно. Вот кто, у кого есть PlayStation, у кого есть эта игра, советую поиграть. А у кого нету, просто скачайте там, ну или купите. Хорошая игра, серьезно. Тени Колоссов прям замечательная. Возможно, конечно, будет многим непонятен сюжет, но игра-то замечательная, она от этого хуже не становится. Так. Ребят, давайте вы просто отвалите от меня, окей? Ау. В общем, какую-то мы бойню здесь устроили с малышом. Все? Больше никого? Нет, нет, нет. Кабум. Это все еще работает. Так, лава вроде стекла. Можно пробежать по мосту. А здесь нас ждет еще один мост. Куда кабумкать на этот раз? Малыш, может, ты меня туда перекинешь? Или мне как-то туда все-таки перебегать, видать, придется. Так, ну как перебежать вот сюда, я в принципе понимаю. Окей, допустим. А туда, видимо, нас все-таки кинет малыш, либо мы как-то оттуда доберемся. Видимо, поверху. Почему я все время надеюсь на малыша, спросите вы? Да не знаю, честно. Просто малыш, он такой малыш. Почему я называю его малышом? Ну, потому что он этот, как его, мелкий. Кабум! И мы прыгаем. Но возвращаться нам туда пока еще рано, поэтому давайте мы сейчас спрыгнем полностью. Хорошо. Активируем рычажок. Теперь у нас будет больше взаимодействий, а это значит, что все это усложнит наши прыжки отовсюду, куда угодно. Нет, 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 нет! В общем-то, так что я хотел сказать? Это значит, что это усложнит наши прыжки различного типа. То есть, допустим, если мы привыкли прыгать как-то в одном направлении, теперь нам придется прыгать в других направлениях, еще и задействовать как-то нашу руку. И, в общем, много чего делать, того, чего мы раньше не делали. Такие вот дела. Что нас ждет дальше? Что-то круговое. Что-то круговое, это что-то плохое. Это лифт в данном случае, а лифт ничего хорошего за собой, как правило, не несет. Особенно, когда ты находишься рядом с мелким. Почему у меня камера, короче, уходит вниз? Мне это не нравится. У меня камера автоматически вот так вот уходит. Мне это всем не нравится. Что-то не то сделали разработчики. Не должно так быть. Камера не должна влиять на... Точнее, продвижение предмета не должно влиять на камеру. Окей. Ладненько, бежим дальше. Чё, у нас дальше ждет какое-то огромное... Воу. Мне нравится этот кристалл. Хочу здесь кристалл. Хочу. Большой кристалл. А, сердце камня. Внутри находится душа великого творца. Достань его, а я понесу. А я думал, я нести буду, а ты достанешь. Хорошо, держусь. Так,
сори, у меня чуть-чуть вылетела запись. Ну, короче, да, хорошо, держу тебя, окей, я понял. Ну, давай. Я думал, что он достанет, но ведь, видите, он типа такой, ага, достань сам. Не хочу. Не хочу! Воу, 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 воу. Ха! Ха! Сделал то, что не хотел, на самом деле. Окей. То есть, нет, ну как бы как, я хотел добраться как раз до вот именно вот этой штуки, но я не знал, как мне это сделать по-нормальному. Ладненько. Так. Хрен там, я не хочу так умирать. I will survive! Ладно. Так, а как мне тогда отсюда? Просто тупо прыгнуть вот туда? Он же не дотянется. Шутка, шутка юмора, простите, в том, что он не дотянется. Только вот так получается. Да как? Что, что, что здесь не так, простите? Что, простите, что здесь не так? Почему он у меня не прыгает в нужном мне направлении? А. Нет, здесь определенно что-то не так. Либо я очень сильно туплю, либо со мной что-то не так. Либо, короче, он как-то не так прыгает. Вот, все. Будем считать, что я прошел так, как надо. Хотя, честно, я не понял, как там надо проходить. Возможно, почему-то он меня как-то не так цеплялся. А может, он не должен был цепляться. Медаль меняет от свой крюк. Хрена ты крут. Прям так закинул меня нафиг. Ладно, телепортируемся дальше. Божественная просто музыка на фоне играет. Мне прям так нравится. Вот, ну тут есть тоже несколько вариантов. Мы, естественно, пойдем наверх сначала. Возьмем сундучок, естественно. Куда же без сундучка-то? А, в нем хилочка какая-то, шмоточка. И почему я все время падаю? Вот, в общем, в нем была хилочка какая-то, шмотка, еще что-то. В общем, да, весело. Какого хрена я все время падаю, я честно не понимаю. Ну, то есть, ну, почему он не хватается за край? Ну, то есть, надо как-то, типа, а-ля аккуратно очень, да, там, типа... Вы должны очень аккуратно спрыгивать вниз. Окей. Так, нам вот в эту сторону, хорошо. Так, ну здесь-то понятно. Просто по стеночке пробежал такой, хопа, и все. Кабум. Толстый. Толстому пофиг, я надеюсь. Ха! Толстому пофиг на лаву. Ха-ха! Знаете, самое смешное было бы сейчас, если спрыгнул бы с толстого. И в лаву. Ой, было бы смешно. Вот это я поржал. Хотя, думаю, вы бы поржали еще больше. Толстый кабум. Так, вот мне интересно, что вот там. Вот там есть же что-нибудь? Сто пудов вот есть. Или там именно вот... А, все, понял. Там ничего нету. Да-да-да. Там заеду, все, да. Ну, короче, я все понял. Все, что надо мне, я понял. Вы, думаю, тоже поняли бы, наверное, Так, кабум. Лезть по цепи. Написано было лезть по цепи. Я нажал, не полез. Окей. Взять цепь, хорошо. Видать, я что-то недопонимаю. Как он круто вцепился. Вы просто поглядите на это. Так, в эту сторону точно не судьба. Видимо, только в эту. Так, что у нас здесь есть? У нас есть пробитая какая-то труба, сердце, которое, соответственно, он предлагает нам понести. Естественно, какая-нибудь хрень сейчас произойдет. Ну, просто, ну, нельзя же просто взять и забрать так сердце, правильно?
Не переживай, всадник. Я займусь. Давай вернемся с ним к стражу. Тебе не тяжело, малышня? О, кажется, мы в беде. В смысле? В смысле, кажется, мы в беде? Видать, фраза как-то ни о чем была сейчас, но окей. Мне кажется, сейчас лава будет подниматься, не? Я бы помог, но у меня руки заняты. Походу дела, да, походу лава поднимается. А нас попутно еще и эти ребята встречают. Благо, теперь мы их еще и шоковой молнией, короче, бьем. А чувачело все-таки сердцем дерется. Ой. Кабум. Шанс казни теперь уже у нас есть. Ай. Почему ты? А! Самый низ! Горячо! Все хорошо! Все хорошо! Парни, все хорошо! Как я вовремя отскочил от этого. Ай. Я как-то на его меч, кстати, встал. Что самое смешное. Все? Тем временем мы поднялись туда, куда, короче, надо. И лава под нами поднималась тоже туда, куда надо. Короче, вниз нам не судьба. Просто, вот просто не судьба попасть нам теперь вниз. Что не может меня радовать, потому что, ну, нет, ну, как бы меня-то может, я там вроде все собрал, но тем, кто не собрал чего-то, и потом так раз, и хоп, и нельзя ничего собрать. Не прикольно. Ё-моё, нам теперь вниз не попасть. Тут теперь лава. Парниш, тебе там не жарко? Старый камень просыпается. Серьезно? Парниш, тебе там не жарко? Нет, у тебя все хорошо, да? Куда нам надо-то? Ой. Короче говоря, лава как-то все это дело сожгла, и теперь у нас есть новый проход. Ну, вы поняли, короче. Вот, а страж получил один из камней. Предполагаю, что вот там вот будет три камня, наверное. Нет, два камня, два, да, да, два камня. Точно, мне же вначале говорили, что будет всего два камня. Я, как обычно, никого не служил. Такие дела. А может и три, не знаю, не понял. Хорошо, неважно. Короче, наш дружин сейчас нас будет ждать. Мы будем его как-то вызволять. Что-то с ним делать. Ой, ну вот только не вы, ребят. Вот серьезно, вот только не вы, а? Вот вас как говна я не жду никогда. Вот серьезно, вот, вот. Кому угодно. Только вот не вас, серьезно. Так. Мне надо как-то на ту сторону. Я как-то могу на ту сторону? Не, я обратно могу, а на ту сторону не получится, да? Вниз могу. Отсюда, видать, вода пойдет. А нет, стоп. Почему не могу-то? Могу.
Почему я не могу? Все могу. Все могу. Так, допрыгнем. Хотя зачем мы прыгали, непонятно. Окей. Ну, монетка в Ульгриму, короче, ладно. Ай. Ха, теперь я могу это говно притягивать еще. Такой, хопа, иди сюда. Иди сюда. Чем попадал бы стопроцентно, был бы вообще супер. Так, ладно, подхилимся. Куда нам, собственно, дальше? Тут водичка, падать в водичку у меня желания нету. Проверять, какая она на ощупь, тем более. Поэтому пойдем стандартным путем. Стандартным, проверенным всеми разработчиками путем. Ха-ра. Ну ладно, они решили нас заставить проверить, какая же водичка на ощупь. Ха-ра-шо. Хорошо. Разработчики заставили, разработчики правые, все дела. Что вот здесь? Здесь ничего хорошего нету. Вообще. Окейшки, проверяем дальше. Я забыл, что он может плавать в воде. Серьезно забыл. Правда, правда? Нет, честно. Ну, можете не верить, конечно, если не хотите. А вот, ладно. А, плаваем, 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 плаваем. Что интересного есть? Что-нибудь хотя бы? Ну, разработчики, ну не огорчайте, пожалуйста. Ну, должно же быть хоть что-то интересное. Ну. Давайте глянем. Вдруг там что-нибудь есть. Ну хоть что-нибудь. Ну, пожалуйста. Ну, позязи. Хотя это позязи такое ужасное. Ладненько, ладненько, побесим людей, что могу сказать. Ничего здесь, в общем, нету интересного. Разрабы, вы меня кинули. Вы заставили людей смотреть на то, как я плаваю в том, в чем не надо плавать. И, в общем, я в этом плавал. Разрабы, вы ужасны. Вы заставляете людей плавать в воде. Ничего не имею против воды, но в воде заставлять плавать людей просто так, без какой-либо цели. Туда я не проберусь без кар на 100 пудов. Хотя я так каждый раз говорю, знаете, там, ты я туда без него не попаду, или там я еще что-нибудь не попаду. Походу, мне надо было открыть ему все-таки дверцу. Потому что-то я не вижу, как туда попасть, серьезно. Видимо, где-то я накосячил. Значит, надо все-таки пробираться обратно. Иди, божествие. Ладненько. Пробираемся обратно. Услужливые разрабы все для этого дела сделали. Там ничего наверху вообще нету. Серьезно, тут вообще ничего нету, да, интересного. Ну да. Птичка нам говорит, что нам типа туда. Каркуша навряд ли ошибается. Поэтому пройдемся туда. Я не понимаю вообще, зачем они сделали эти два столба. А, все, походу понял. Эти два столба будут нам нужны, когда уровень воды поднимется. Наверное. Хотя... Эй, есть кто? Не, нету, а что? Хочешь, проходи. Окей, давай. Да, надо было сразу сюда прийти. Карн, короче, под дверью остался. Мы тут пока лутом. Со стороны это кажется простым, но ты не мог бы поторопиться. Ну, хочешь, я тебе дверь подниму, смотри. Хопа, дверь поднимается. Так полегче, Карн? Да пускай падает. Пускай падает, ну, пускай падает, действительно, что. Все, вышел? Молодец. Карн, хороший мальчик. Налетай. О, прыгаешь, как девчонка. Кидаешь, как малолетка. Так, ладно. Угу.
Тем временем уровень воды у нас пока не поднимается. Зато я вижу вот там вот кое-какую нечисть, которая мне не очень сильно симпатизирует. Точнее, я ей не очень сильно симпатизирую. Ну и она мне, в принципе, тоже. Свирепыш. Мы их переворачиваем, бьем ледяным уроном, бьем просто уроном. Периодически я комбинирую то, чем я бью, и в итоге у меня получаются различные интересные штучки. Так, там бассейн, короче, сзади нас, окей. Можно было бы, конечно, сесть на здоровяка и как-то попробовать с его помощью, но я думаю... Поглядим, что делает вот эта штучка. Ага, вон оно что. Ну не хочешь ты со мной нормально драться? Ну что я могу сделать? Что я могу против тебя с этим сделать? Ну давай, 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 протянись ко мне поближе. Все, успокоился? Молодец. Итак, я понял шутку юмора. Нам здесь нужно сделать вот так. Смотрите, как. Кабум на здоровяка. На здоровяке мы становимся вот сюда. Я сказал, мы становимся. Стреляем в цепь. Идем к тем вазам. Разбиваем их. Вдруг там какое-нибудь здоровье или еще какая-нибудь полезная фигня. Ой, я был прав, там была монетка. Так что полезная фигня здесь действительно была. А знаете, разрабы, вот тут неудобно сюда забираться. Вот неудобно. Понимаете? Итак. Поднимаем на самый верх. И отпускаем. Резко бежим. Бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. Не туда! Все. Ха! Задачка решена. Как... Я даже не знаю, как что. Знаете, тоже на самом деле интересно. Иногда до вас доходит вот прям все с первого раза, а иногда вот приходится что-то придумывать, например. То есть там пытаться как-то подумать, а как здесь поступить, а как тут поступить и так далее. Ладненько, надеюсь, что я сейчас что-нибудь сделаю полезное. Ну не просто так здесь рычаг стоит, правильно? Ох ты ж, ни хрена себе! Ну поняли степень моей радости всему тому, что здесь произошло. В общем, да, на самом деле нам просто нужен наш здоровяк. Мы едем с ним обратно. Ну, собственно, просто потому, что мы можем, все дела. И уже им прорубаемся сквозь вот эту гадость всякую. Можно, конечно, это сделать его стрелой, типа вот так. А можно и руками, в принципе. О, что ты там делаешь, всадник? В смысле, что я там делаю? А почему мы, кстати, верхнюю не можем забить? Наверное, можем, но стрелой, скорее всего. Я прорубаюсь через заросли порчи. Что я еще могу делать, друже Карн? После тебя. И далее. Я попробую, то сломаю шею. Они походу. Теперь дело за тобой. Справляются друг с другом потихонечку, поэтому нам проще. Если я попробую, то сломаю шею. Если ты попробуешь что?
да, видите, они друг с другом сражаются. Короче, порча сражается с хищниками. Я предположу, что это хищники, ну, как бы именно, знаете, такая живность этого мира. У нас потихонечку получается раздраконивать все и вся здесь. Благо, это не сложно. Так, сюда, сюда, туда, подождешь. Что ты мне предлагаешь наверх, чтобы ты меня закинул? А, ну да, ну сам-то я навряд ли туда заберусь. Согласен. Я просто предпочитаю разобраться со всей мелкой живностью, чтобы она нас не трогала. После чего уже можно спокойнейшим образом как-то проходить дальше. Вот здесь мы уже ничего не найдем. Там колесо, видимо, все, все это, видимо, заработает. Очень как-то красиво будет все работать. После тебя. А мы тем временем сейчас будем думать, что нам надо сделать. Нам нужно запустить к минимуму вот этот рычажок. Да нет, не то, не то, слезь. Хорошо. Нам нужно запустить вот этот рычажок, как минимум. Блин, классная музыка, мне прям нравится. Или... Нет, рычажок не работает, хорошо. Рычажок не работает. Не, ну то есть это плохо, конечно, что он не работает. Но это не так плохо, как я мог бы подумать. Так, ну видать, нам сверху подтягиваться тут без вариантов, естественно. То есть мы сейчас обойдем все это дело. Но проверить стоило. Так, нам нужен ключик. Ключик находится вот здесь. Сейчас нас братиша Карн подкинет. Иди сюда, всадник, я тебя подброшу. А можно как-то, вот, знаете, к нему вот так, такой хрена... О, слушайте, можно. Слушайте, можно, можно. А, ну правильно, да, он же там делал так. Все логично. Итак, мы получаем ключик. Получили ключик, и мы идем к следующей двери, которая находится вот там. Я надеюсь, что мы как-то проберемся внутрь. Ну, кроме как вот через дверь. Там большое какое-то пространство, мне это не очень нравится. Возможно, там что-то плохое. Но с нами Карн, знаете, когда с нами такое большое существо, как Карн, ну как-то не очень страшно. И я был прав здесь, каменщик 12 уровня, он нам немножечко по попе надает. Да, как я повторюсь, что я с Карном, мне не так сильно страшно. Еще немного и было бы больно. Это все, что ты можешь. Ну, в общем, вдвоем мы как-то умудрились дело это ушатать тело дело. Ладненько. Смотрим, что у нас здесь есть. Немножко золота, как всегда. Того у меня уже 33 тысячи. С плюском. С плюском. Почему с плюском? Ну, имел в виду с плюсом, ну окей. С плюском. С плюска золота. 33 плюшки. Окейшки. Вроде от всего избавились, открыли все, что только можно. Сюда мы пойдем, как только, так сразу у нас должен быть здоровяк. Здоровяка мы сюда не протащим, пока не уберем либо воду, либо еще что там. В общем, прыгаем в воду. Прыгаем в воду. В воде уже оцениваем все риски и риски и прочие. И прочие вещи, нужно ли нам вообще было сюда, собственно говоря, прыгать. Ну, думаю, что нужно. Вопрос только, только для чего и зачем. Потому что да, он перебираться отказывается, хоть убей. А, Карн, друже, мне нужен твой совет. Да, я смотрю именно на тебя, мне нужен именно твой совет, что мне делать дальше? Хотя стоп. В том случае нельзя оттуда ничего взять, не? Куда-нибудь там встать? Как-нибудь туда про... Как-нибудь туда про... А. Я обрадовался, главное там. Думал, что он проплыву. Видите, нет. Нет, снизу разработчики нам не оставили ничегошеньки интересного.
Ну, я так долго здесь плаваю, что чего-нибудь, да я бы заметил, это 100%. Но, здесь ничего нет. Нам нужен наш малыш, которого через вот эти двери, так мы, по идее, не можем провести. Малыш у нас вон там. Он слишком большой для этих дверей. Давайте попробуем. Что, кстати, у нас вот здесь находится? Смотри, чтобы тебя не расплющило, ладно? Хм. Ой. У меня малыш застрял, ребят. Не, он застрял! А, не, все, выбрался. Постарайся, чтобы тебя не раздавило, всадник. Да я понял. Так, ладно. В ту сторону мы определенно не проберемся, потому что у нас нет возможности пока что открыть. Что у нас здесь? Здесь у нас лежит одна монета. Хорошо, монету взяли. Что у нас есть под водой еще? Стараемся найти, ищем, пока ничегошеньки я не вижу. Разработчики, конечно, упростили поиск некоторых деталей таким образом, ну что, они показывают, где они находятся, но все же здесь есть интересные местами секреты, которые нам и предстоит иногда находить. Вот, но раз нам изначально показали, что нужно пробираться сюда, значит, мы сюда, наверное, и проберемся. Почему бы, собственно, и нет. Так. Ага, сики, то есть на колонну ты забираться не хочешь. Я тебя понял, я тебя услышал. Хорошо. Пробираемся дальше. Прыгать он, к сожалению, по вот этой гадости не может. Быстрее никак он не пробирается. Поэтому просто забираемся вверх. Забрались. А тут у нас рычаг и много живности. Ну, знаете, что я вам скажу, ребята? Давайте-ка в следующий раз мы узнаем, что же там такое. Поэтому как-то так. Ладно, всем спасибо за внимание, всем пока.